Дорогие друзья, на подходе самое необычное время, когда один год сменяет другой, новый. Это время подведения итогов, время надежды на то, что продолжение всего самого хорошего обязательно последует, время рождения новых планов, новых идей. Пусть Новый год будет для вас щедрым на хорошие новости, на яркие события, на творческие находки, на плодотворные проекты, на интересные путешествия и новые открытия. Я желаю вам мира и благополучия, теплоты в сердцах, согласия на работе и в ваших семьях. Пусть на протяжении всего следующего года вашими верными спутниками будет крепкое здоровье, вдохновение, процветание, достаток и удача. Дорогие друзья, дорогие родные, любимые гомельчане, жители этого города, гости нашего города, уважаемые наши коллеги, наши деловые партнеры, позвольте мне от всей души поздравить вас с наступающим 2021 годом и Рождеством. Будьте счастливы!